Так, всем привет. Сегодня будем менять масло и герметить поддон. Поддон бежит с маслом. Вот рычаги. Все нормально. Здесь стояли, еще болт докручу. Не докрутил. Такие вот рычаги. Здесь в масле все. Здесь за поддона. Сейчас буду масло сливать. Так, все, скручиваем болт. Сейчас польется. Приготовил ведро. Там у него масло чернющее. Купил масло, он стоит. Так, скручиваю. Так, потихонечку уже пару болтов закрутил. Сейчас дальше закручу все. Так, все, скрутил крышку. Вот здесь все. Насос масляный. Тут без этого, без железа, без всего. Все чистенько, сейчас все помою. Просто грязь немножко упала. Сейчас он соляры взял, болты тут замочил их. Сейчас я тоже тут все протеру, отмою. Так, ну так немножко счистил герметик. Здесь тоже. Сейчас его обрызгаю этой химией, чтобы все слетело с него. Герметик здесь также все почищу. И поменяем фильтр. Он вон здесь стоит. Масляный такой фильтр. Сейчас поменяем. В коробке масло пока нормально, менять не буду. Масло купил, такой фильтр маленький, еще фильтр малюсенький. Так, ладно, сейчас тот отключу, поменяю. Так, отшкурил крышку и все, почистил. Сейчас еще немножко зашлифую, и вот герметик такой взял. Сейчас здесь намажу, потом все обмажу, немножко подсохнет. И все, и затягиваю, блин. Фильтр поменял, масляный. А, нет, еще не менял, забыл. Вот он новенький. Сейчас закрутим. Вот так. Все поставил. Все, в общем, сейчас здесь еще тоже дошкурю и крышку, и буду собирать. Так, в общем, здесь тоже все почистил. Все нормально. Будем собирать. Весь обмазался этим маслом. Так. Че бегаешь? Крышку тоже все подготовил. Обтер, сейчас обезжирим. И крышку, и там поддон. И буду герметиком мазать. Все, устанавливаю поддон. Сейчас закручу. Все, прикрутил. Так вот герметик вылез. Потом подсохнет, срежу его. Опа. Вот так все. Сейчас пускай немножко подсохнет, потом масло залью, и все готово. Все готово, ничего нигде не бежит. С фильтра ничего не капает нигде. Все нормально. Все, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.